Всем привет! Для удаления хэна форматируем флешку в FAT32 формате. Нажимаем начать. Ну, у меня она уже отформатирована, поэтому я этот процесс пропускаю. Создаю папку PS3 большими буквами английскими. В ней папка Update английскими большими буквами. И сюда копирую файл с прошивкой. В данном случае я скопировал 487 гибридную. Можно установить 487 официально. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и пишите комментарии к этому ролику. И, пожалуйста, делитесь ссылочками с друзьями. Спасибо. Флешку вставляем в правый порт. Зажимаем кнопку включения и не отпускаем ее до тех пор, пока не загорится красный индикатор. Далее нам нужно будет опять зажать кнопку включения, дождаться двух коротких звуковых сигнала и отпустить кнопку. Данный метод работает на всех моделях PlayStation 3. В появившемся меню выбираем шестой пункт обновления системы. Зажимаем Start и Select. Джойстик должен быть подключен по проводу. Ждем, когда закончится процесс установки. И после этого у вас при загрузке приставки пропадут все пункты относительно хэна. В то же время игры и программы сохранения останутся на приставке. Вот. Данная процедура помогает при переустановке версии хэна, поэтому в принципе об этом нужно знать. То есть, если в двух словах, для удаления хэна мы просто ставим прошивку либо официальную, либо гибридную. Если остались еще какие-либо вопросы, дорогие друзья, пишите в комментариях. До новых встреч!